четверг в Самарской области будет облачная и пасмурная погода, без осадков. Температура воздуха в дневное время -4, -6 градусов, ночью -3, -6. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 1-3 метра в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, без осадков. Днем -4, ночью -3 градуса. Ветер юго-восточный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, днем -5, ночью снег и -4 градуса, юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, днем -5 градусов, ночью -6, ветер юго-восточного направления 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.